Продолжим тему украшений. Сделаем сегодня с вами оригами-кольцо с сердечком. Нам понадобится односторонняя цветная бумага. У меня она фольгированная, красная с одной стороны, с другой стороны белая. Для большого кольца возьмите бумагу размером 7,5 на 15 сантиметров, для маленького 4 на 12 сантиметров. Расположите бумагу цветной стороной вверх. Складываем ее пополам по длинной стороне. Разворачиваем и подгибаем уголочки верхней к центральной линии. И нижний точно так же к центральной линии. Переворачиваем заготовку. Каждую сторону подогнем к центральной линии. Но сгиб мы сделаем только до нашего треугольничка, то есть вот до этой полоски. И вторую сторону точно так же к центральной линии. Проглаживаем складочки, поворачиваем нашу заготовку и вот так вот, прижимая по линии сгиба, делаем вот такую вот фигуру. Смотрите, как выкладывается бумага уголочком. Переворачиваем заготовку. Сейчас мы будем работать с верхней частью. Отгибаем длинную сторону бумаги и делаем вот эту вот складочку, маленький треугольничек. Вот мы его разгладили. Точно так же подогнем вверх вторую часть и тоже наметим эту складку. Смотрите, у нас получилось две складочки, одна и вторая. Пальчиками берем и собираем их вместе. Вот так. Откладываем этот длинный хвост вверх. Поворачиваем нашу заготовку. Полоску бумаги нам нужно согнуть пополам. Начинаем ее сгибать. Складываем пополам. А в уголке у нас образуется вот такой вот треугольничек. Пальчиком его расправляем. Вот он получился, маленький треугольничек. Поворачиваем нашу заготовку. И эту полоску, которую мы только что согнули, отгибаем в сторону. У нас вот тут раскрывается бумага и выкладываем ее вот вперед, вперед и вниз. Возвращаем нашу заготовку опять в исходное положение. И теперь белую полоску бумаги отгибаем вверх. Отогнули. Сделали складочку. Снова вернули ее в исходное положение. Теперь красную полоску бумаги снова складываем пополам. Сверху у нас опять откладывается маленький треугольничек. Белую полоску складываем к центру. Маленький треугольничек откладываем вниз, чтобы с другой стороны у нас получилось сердечко. И второй. С другой стороны у нас получается сердечко. Переворачиваем нашу заготовку, отгибаем нижнюю полоску вверх, чтобы ободок кольца был поуже. И теперь мы будем собирать его в кружочек. Проминаем полосочку, чтобы у нас образовалось по форме кольцо. Разбираем вот здесь две складочки. В них мы должны заправить наш конец полосочки, чтобы он у нас зафиксировался с одной стороны и с другой стороны. Если кольцо получается слишком широкое, лишнюю бумагу отрежем. Пальчиками, приминая бумагу, выпрямляем наше колечко, чтобы оно у нас было ровненько. Оригами-кольцо с сердечком готово!